Кто из вас не мечтает надеть маску, ласты, войти в океан и увидеть там что-нибудь необычное? У нас же все намного легче. Достаточно выйти из своего дома в момент сильного отлива и увидеть все то же самое, но уже на песке. Вот такие маленькие рачки у нас есть. Короче, ну да, вот маленький краб. Я же хочу сказать, что вы, как всегда, на канале Salty Point View. Все те, кто еще не поставил лайк, обязательно это сделайте. Все те, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, потому что именно на этом канале вы увидите наш Тихий океан. И здесь, на этом канале, я влюбляю вас в наш зеленый континент. Как вы думаете, сколько таких мелких животных может поместиться в одной моей ладони? Делайте ставки, господа, и пишите ваши комменты. Кстати, ученые выяснили, что эти существа, так же как и люди, могут быть левшами. В этом можно убедиться, если долго наблюдать за ними в этой естественной для них песчаной местности. Согласитесь, что это были самые необычные животные песчаного мелководья. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся с вами уже в следующем моем влоге. Всем пока!